Ну, тут свежий воздух, тут приятная атмосфера. В принципе, много аттракционов, на которых можно провести время в компании, с друзьями. Ой, я бы, наверное, на веревочном городке зависала. Тут очень весело и такой драйв, атмосферность. Я поздравляю Привал с днем рождения и желаю ему таких же чудесных детей, такого же чудесного лагеря и всего самого лучшего. Ну что пожелать, я желаю нашей базе развиваться дальше в таком же темпе, приглашать столько же людей и приносить людям столько же позитива, сколько мы и приносим на данный момент. Ой, ну, наверное, по все бы попробовал. Вот лучный бой тоже интересный, и аттракцион тоже пострелять. На банджике тоже бы попрыгал, ну и на батут большой сходил бы, конечно, тоже попрыгал бы. Ну так получилось, что у нас очень мало парней, и все парни задействованы на других аттракционах, и приходится девушкам стоять на хоккее. Суть аттракциона – забить 7 шайб в разные, можно сказать, дырки в воротах и попасть. Если ты попадаешь 7 раз в разные дырки в воротах, то ты выигрываешь 2000 белорусских рублей, либо 1000 долларов. Первый раз на Привал мы приехали год назад. У нас университет очень часто устраивает мероприятия и проводит их на Привале. И мы приехали тогда. Это было для нас, во-первых, новое место, никогда здесь не были. Получили массу впечатлений, потому что, место, в которое действительно нужно попасть. И для детей это реально возможность отдохнуть очень даже хорошо. Дорогая база отдыха «Привал», поздравляю, наверное, всех нас с таким замечательным событием. 2 года исполняется. Желаю процветания и всего самого наилучшего.